Кирилл и Мефодий создали сегодня азбуку, чтобы учить буквы и слова писать. Без букв нельзя написать ни одно слово. Праздник церковный и светский. Четвертый год подряд День славянской письменности и культуры собирает вместе песенные коллективы студентов и школьников, руководителей региона. Я от имени губернатора Брянской области, от имени правительства Брянской области поздравляю вас с этим замечательным, великим праздником. Мы всегда должны помнить, что русское слово, славянское слово, славянская письменность – это одно из самых-самых наших достижений. Праздник собрал больше 1000 участников. На сцене детские, академические и народные коллективы. Мы ансамбль песни и танцы «Любабушка», Брянский областной колледж искусств и культуры. Сегодня у нас праздник День славянской письменности. Этот праздник мы считаем самым главным, потому что собираются все коллективы по Брянской области. Съезжается очень много народу, и мы рады принимать участие в этом празднике. Все очень понравились, молодцы. И весь народный хор, и академический хор, детки. Очень много деток было, пели очень красивые, известные песни. И мы очень горды и счастливы, что мы вообще участвуем в этом чудесном празднике. В программе духовные сочинения и популярные песни советских композиторов Баснера, Дунаевского, Шаинского. Кирилла и Мефодия, гимн Петра Ильича Чайковского. Под финал торжественное сочинение Глинки «Славься». Елена Бочкарева, Евгений Седачев. События, Брянск.